Да, бывает. Hi, please subscribe and click the bell. Today I will be как-то, короче, буду убираться. Вот, сначала подметусь, а потом буду мыть пол. Очень неприятная история, ну ладно. Я надеюсь, вам будет приятно меня смотреть. Подметай. Хулиган там за окном стоит. Ладно, все, надо кончать баловаться. А то что-то я сегодня такая баловница. Тяни резину. Да, я тяну резину. Резиновый нить. Далеко туда не уходи. Ага. Сколько там еще? Ну, столько 2 минуты прошло. Проходит. Да, мы то не знаем, но сходя в салоте. Точно. С этого надо было и начинать, в принципе. Так неудобно, что рубашка хочет снять. Наш пол. Только таз посерединке поставь, чтобы не понять. Чтобы радовало глаз. Все. Теперь перехожу к мытью. Со второго телефона, где попугай вообще ничего. Ой, я устала. Can you help me? Клининг. Клининг, точно. Клининг. Тридцать пять десятого. Ты сначала намочи, выжми, потом одевай. Ладно. Понятно, кто пол-то моет. Да, были. Блестящие. Как она фиксируется? Окей. Help me, my friend. Вот и пошла. Thank you. Как тепленько. Сейчас попробуем.
5. Оттуда вот, с дивана. Только передом. Можешь присесть, типа? На диван. Да, челлендж, да? Да, знаешь. Все, еще тряпку поменяй. Что тут за грязь такая? Да, давай. Хорошенько, потерять. Жалко, бок умный. Ой, заморалась случайно. Тут нажала. Под столом не забудь. Хотя этот попугай-то не видит. Очень. Такие у тебя здоровые шары. У кого такой размер не будет подписать? У меня вот уже на 3 сантиметра тоже уже отпустилось. Вот эти вот? Да. Чего они будут запускаться, искать? Стул убери. Еще 2 минуты минимум. Можешь посуду туда поскидать. Так, ой, в этот с посудомоечной машины вытащить сухое. И грязное туда засунуть. Я так всегда делаю. Полторы минуты. Минут посаду можешь. Ты можешь таз сюда поставить и тряпку прополоскать, и как раз будет все, отвечаю.